утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Здравствуйте, ребята! Странно, никого нет. Ой, кажется, кто-то плачет. Шунечка, здравствуй! Здравствуй, Катя! Что случилось? Да вот, рассыпалась! Мука? Я хотела конфет достать, а с краю баночка стояла с мукой. И ты ее зацепила? Да. Она как рассыпется. Ты, главное, не плачь, мы сейчас все соберем. Да, но ведь она уже никуда не годится. Енотыч расстроится. Я думаю, енота Енотыча есть еще про запас и мука, и другие продукты. А мы придумаем, что с ней сделать. Правда? У нас примерно стакан муки получается. И мы из нее сделаем соленое тесто для поделок. Соленые? Значит, нам еще соль нужна? Да, нам нужно 0,5 стакана мелкой соли, немного воды, гуашь, кисточка и яркие ленточки. Сейчас мы замесим соленое тесто и будем лепить из него забавные фигурки. Зверюшек? Можно и зверюшек. Я предлагаю сделать необычные игрушки, ведь скоро придет время украшать елку. Точно! Так, замешиваем. Еще добавим немного воды. Ой, и это соленое тесто похоже на глину. Да, действительно, тесто похоже на глину или пластилин. Хм. Так, предлагаю сначала сделать снеговичка. Ой, я согласна! Берем тесто. Раскатываем из него небольшую колбаску и стеком отрезаем две небольшие части. Угу. Два кусочка. А одинаковых кусочков? Нет, один побольше, а другой поменьше. Это будет маленький голова нашего снеговичка, угу. А побольше туловище. А, понятно. Вот. Берем. Круглый. И немножко приплющиваем. Угу. И теперь побольше. Также скатываем. И сплющиваем. Вот туловище. Еще нам нужно два небольших кусочка. Это будут руки нашего снеговика. Ой, какие маленькие! Ну и снеговичок у нас небольшой. Угу. Вот так. И еще одна. А сейчас давай сделаем глазки нашему снеговичку и носик. Давай. Тоже такие маленькие-маленькие. Как интересно. Второй глазик. Все по-настоящему. Да. А ротик? А ротик мы можем продавить стеком. Вот так. Наш снеговичок улыбается. И носик. Красота! Еще носик. Вот так. А еще нам нужно сделать небольшое отверстие в голове снеговичка, чтобы потом продеть ленточку. А, чтобы он потом на елочке висел. Точно, Шунечка. Вот так. Снеговичок готов. Кать,
Мать, а у нас еще тесто осталось. Может, кого-нибудь сделаем, а? Конечно, давай сделаем. Можно елочку. А давай еще зайчика, а? Давай зайчика. Берем тесто для зайчика. Для зайчика. Раскатываем. Вот. И сейчас при помощи стека мы будем вырезать зайчика. Да, как? Сейчас посмотришь. Вот, смотри. Это ушки. Угу. Голова. Угу. Так, ручки, точнее лапки. Ой, какой забавный зайчик получается! Сделаем. Точно, давай дальше делать елочку. Угу. Вот. Тоже раскатываем небольшой кусочек теста. И также стеком вырезаем елочку. Очень аккуратно, как Катя. Это несложно. А теперь их можно красить? Нет, Шунечка. Сначала нам нужно высушить наши фигурки. Можно положить их в теплое место вблизи батареи и подождать до следующего дня. Так долго? Да, тесто не высохнет так быстро, как нам хочется. Но есть еще один способ. Мы поставим наши фигурки в теплую духовку минут на 10. А почему не в горячую? Разве они не быстрее высохнут? Потому что в горячей духовке, Шунечка, соленое тесто может потрескаться. Ой! Ну что, ставим фигурки в духовку, а пока подготовим материалы для украшения фигурок. Да. Высохли? Да, можно раскрашивать. Давай раскрасим нашего снеговичка белой краской. Давай. А глазки будут черные. Здорово. А носик будет красным. И носик красный. Так. Ой, какой забавный получается. Совсем как настоящий. Точно, он же из снега. Глазки и угольки. Точно. Как у тебя, Шунечка. Красный носик. И красный носик, да. А елочку мы будем в зеленый цвет красить? Да, конечно, Шунечка. Елочка же зеленая, а сверху нарисуем украшения на елочке. Ой, какие хорошенькие получаются! А зайчик будет голубеньким, да? Да, как и этот шарик на елке. Угу. Вот так. Ну вот, сейчас высохнут краски, и у нас будут замечательные елочные игрушки.
Вот нам нужно продеть ленточку в отверстие в игрушке. И вот такие елочные украшения у нас получились. Спасибо тебе, Катя! Пожалуйста, Шунечка. Ну что, нам пора прощаться с ребятами? Да. До свидания, мальчики и девочки. Всего вам доброго, ребята. Ангела-хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулась облакам, новый день приходит к нам.